Времени суток, ребята, с вами Шахматный Феникс, и у нас сегодня такое интересное событие. Мы играем с Ковальчуком Алексеем, 3416 на планете. Вот вы сейчас можете наблюдать его рейтинг. Да, Алексей, всем вот, здрасте. да, поделись своими эмоциями от 3416 на планете. Да я сам в шоке нахожусь от этого рейтинга. Ну, думаю, на 3400 не играю, как вот, допустим, Александр Зубов, у которого вообще там 3500. Ну вот знаешь, я Вот. думаю, вот ты с чем играешь? С Гудини, с Делфи? Мозгом, С мозгом. мозгом. Если б я играл бы с Гудини, меня бы давно забанили бы. Ну ладно, согласен. Петь, вот Петя Андреев еще с нами, но он что-то вроде кушал минут 5 назад. Да не все. Уже все, да? Петь, ну традиционный вопрос Алексея. Ну, Алексей, ты понимаешь, что у нас с совокупный рейтинг с Кириллом 4000, и шансов у тебя мало. Готовился к нашу партию? Да, всю ночь смотрел? Буду. Готовился, да, смотрел. Ну, всю ночь, во-первых, готовился я. Ну, в общем, мы все готовились в определенном роде, так да, что да. Предлагаем начать. Да, вот, да. Алексей, мы сейчас вот кинули тебе вызов, и будем тебя искать. Ну, давайте, всем удачи, а мне победы. Ну, да, да. Давай. Так, ну... Петь, я сейчас слышу очень тихо. Ну, нормально. Что будем играть? Будем играть в шахматы? Будем играть в шахматы. Ну, опять будет какая-то тухлая французская защита разыграна. Ну, ладно. Тухлая так тухлая. Есть какой-нибудь гамбитик? Не знаю, F3 здесь. Никто не пробовал играть. Ну, там ферзь H4, не знаю, нет, но... Умерли сразу же. Да. Не хочется меняться. Ну, давай F3. Мне кажется, мы умрем после ферзь H4. Да не умрем. Главное не побить на DE. А да. Конь C3 сыграть. Конь C3, да. Да. Жертвуем пешку? Ну, вот так вот. Некорректно, естественно. Ну, ушли мои теории явно. Здесь у него ничего не забили, блин. Да, хотели мы удивить Алексея, и Алексей удивил нас. Да, как теперь мы будем его удивлять? Я предлагаю, может быть... Я не вижу, как здесь не проиграть сразу. Ты не видишь, как здесь не проиграть? Да. Слон F4 какой-то, может? Ну, я тоже этот ход смотрю. Ну, давай, ладно. А просто больше нет вариантов. Ну, да. Ну, может, потом ферзь D2, если он не побьет сейчас. Ну вот ферзь... Ну вот да, может ферзь d2 сейчас и длинную. Ну давай попробуем. А, да подожди, конь d5 будет. Да, под конь d5 неприятно. Причем слон придется на c1, но не надо, давай лучше чем-нибудь еще придумаем. Что делать-то? Можно шажочек дать и дойти на f4 слоном. Ну, в чем смысл? Ну, не знаю, разыграть. Ферзь d2, конь. Да нет, ферзь d2 не топит. Ну, за ферзь d2, конь d5, может нормально, слон g5 просто ходим. Слон g5? Ну да. Или вообще побьем просто ЕД. И там ничего не будет. Так он же на... А, да. Ну все, давай ферзь d2. Так, вот один наблюдатель у нас. Я понятия не имею, кто это. Так, ну... А, уже ушел наш наблюдатель. Слон b5 подвяжем. Слон b5. Или f3 можно. Ну, f3 тогда конь d5. Ну, на конь d5, наверное, конь e2. Ну, давай. Смотри, по времени у нас. Давай f3, да ладно. F3? Да. Слон b5 я хотел сыграть, но как f3 опасно. Так, ну теперь нужно вырубать эту пешку, я думаю. Может, подвяжем начать, слон g5? Давай. Слон бестолково стоит. Да. Может быть сейчас на h3, h4 сыграем? Ой, на h6, h4. Ну, на h6, h4, как вариант. На h6 просто побьем. А, да можно побить же два раза будет. Ну не будет он играть h6, это явно. Ну какие-то проблемы поставили перед ним все-таки. Сейчас мы, если мы разовьемся, то у него проблемки. Слон не выведен. Ну а у нас? Ну конь вообще не играет. Может слона через h3? Ух ты. Ну что, бьем или h4? Ну а что он заготовил нам взять ладья d8, что ли? Да. Как-то тухло и скучно. Ну а как там дальше атаковать? Я не вижу.
Ну а что атаковать? У нас центр, у нас перевес просто. Ну бьем. Ну да, я не вижу ничего. Что? Может h4? Ну h4, что, побили, побили. Может он бить не будет еще? Давай бить. Что, нет? Нет. На f6. На f6 бить? Да, не пешка лишняя. Ну не пешка, давай, берем. Блин, на h6, мне кажется, лучше. Ну что фигуру скидывать раньше времени? Нет даже ничего. И берем просто фе. И мои ходы. Да. Фе, да, Петя Андреев вступает в бой. На d4 у нас не подвисает. Ладья d8, да. Дай мне. А. Все у тебя есть. И да, 1,5 минуты. Безумно долго мы продумали. Ну, зато мы вышли с дебюта. Ну, причем, по-моему, достойно. При ходе f3-3. Мне кажется, f4 надо было все-таки играть, интересно. Сейчас ферзь e3, и у нас получше. У нас получше, у нас перевес. У нас перевес против Алексея Ковальчука. С третьим ходом f3. Так что я предлагаю тебе приободриться. Ну я ничего, я отлично себя чувствую. У меня просто ночка получилась. Не очень. Слушай, кусает себе локти. Ой. Ой-ой. Че, это страшно? Ну, я не знаю. Ну, тактика пошла. Ну, я не вижу пока ничего здесь страшного. Ну, просто e5 потом. Ну, я думаю, это логично. Надо бить. Так, ну давай. В чем проблема? Что давай? Слон, не знаю, я хотел слона вывести. Ну, что, побьет, ну ладно. Ну, побьет пешкой, у нас еще... А, еще одна фигура пойдет, да? Да. Слон e3, ой, ферзь e3 тогда, или как? Ферзь e3 тоже побил пешкой. На f2 меняться. На e2 давай встанем. На e2 он побил. Побьет здесь. Да, минута. На e2. Да не будет он здесь бить. Да будет. Он сейчас на d4 возьмет. Да нет, он побьет здесь. А, да, мы можем отойти конем просто. Вот сюда, например. Да, и тут... ладья под боем, и слон. Нет, ладья не под... ну, поменяется просто. Ну, опять не хуже, ну, то есть... Короче, держимся мы. Так, ладно. Ну и что? Под слон e6 немножко. Ну, на t7 там подвисает. Ну, там... О, господи, тактика. Нельзя бить. А, да, можно. Не было вариантов. Так, на c7 давай бить. На c7. Или h4. Да, так. Ферзь b6. Ой, да. На e4. Ну что, с чем мы ушли? Да, слон e6 и ушли. С качеством, да? Да, две фигуры у нас абсолютно не развиты. Переиграл нас, по-моему, Алексей. Слон g2 ты хочешь? Не дает. Пока держимся. Ну, 25 секунд, все время. Защитили на c2. Развязался на слоник, наконец-то. Может быть, сейчас заиграет. Так, что он хочет? Опять завязал. Да, с лишним качеством по пешкам одинаково. Ну хорошо, мы, по-моему, сыграли. Не хватило нам чуть-чуть. Петя здесь адски начал бить. Ой, Кази, севай же слона. На 6, может. Петя бьет до конца. Не меняемся. 9 секунд против 2 минут. Сумасшедший. Слона не зевай, не зевай. Ну да, да, скучно это. Сдаемся мы. Да, сдаемся. Проиграли по времени и по позиции. Ну интересно, по-моему, было. Сыграли мы f3 нестандартно против Алексея Ковальчука. Я там не ошиблись. Ну так вот здесь, конечно. Вот движок. Говорит, нужно было сначала ладью вырубить. И все равно минус пешка. Почему? А, потому что мы без пешки. А вот здесь-то вообще слабенько сыграли. А, здесь был лучший удар у него. Ну давай проанализируем после записи. Всем спасибо, ребята. До новых встреч. А вон он, я бью d4 показываю.